Очистить до асфальта. Дворники в Заволжском районе трудятся, не покладая лопат. Пешеходные дорожки, территорию подъездов очистить от снега. Таково последнее распоряжение. Ярославцы несколько дней жаловались на бездействие коммунальных служб и кашу под ногами. После пристального внимания первого Ярославского во дворы пошли проверки. За эту неделю у нас было 32 предписания. И когда они не выполняются, то есть не выдерживаются сроки выполнения, дальше все направляется в муниципальную жилищную инспекцию. Как рассказали в администрации Заволжского района, на уборку одного двора отводится 3 дня. Очистить крышу от снега должны еще быстрее, всего лишь за 1 день. Жительница 24-го дома по улице Шоссейной, Сталина Вайшвилла, рассказывает, сегодня в ее дворе уборку проводят качественно. Я и не замечаю никакого гололеда, у нас всегда сыплют песок. Сразу же сбивают все сосульки. Но, к сожалению, такая обстановка в городе не везде. За январь и февраль этого года в муниципальную жилищную инспекцию поступило в 1,5 раза больше жалоб на уборку придомовых территорий, чем за весь прошлый год. Чаще всего критикуют Фрунзенские и Дзержинские районы. В настоящее время выдано порядка 10 предписаний по выявленным нарушениям. В жилищной инспекции отметили, о проверке управляющую компанию предупреждают за день. За этот период фирмы чаще всего исправляют все нарушения по конкретному адресу. Платить штрафы никто не хочет. Павел Волков, Сергей Ватин. День в событиях.